Чтобы стать молодежным министром, кандидаты проходили жесткий отбор. Им еще многому придется научиться, но приступать к работе необходимо, уже обладая компетенциями. Как удалось занять столь высокий общественный пост, мы поинтересовались у молодежного министра культуры Ивана Сидорова. Несмотря на молодой возраст, на работе к Ивану обращаются по имени-отчеству. Да и должность этому способствует. Заместитель директора по культурно-массовой работе ДК «Салют». Причем занимает он ее еще со студенческих лет. Правда, после окончания вуза решил связать свою жизнь с бизнесом. Но первое увлечение оказалось сильнее. В феврале этого года я вновь вернулся в отрасль. После двухлетнего перерыва у меня в голове просто произошел взрыв. Потому что фактически 2 года, пока я работал в другой сфере, у меня в голове накопилось столько идей, что можно принести из частного сектора, из сектора бизнеса в муниципальную сферу. И когда я узнал о конкурсе на замещение вот этих должностей молодежных, то у меня не было ни минуты сомнений, потому что я понимал, что проект я так и так буду делать. Но министерство, пост молодого министра, оно в некой степени развязывает руки и дает больше ресурсов. Иван – обладатель нескольких государственных наград. Лучший молодой специалист в области культуры Чувашской республики. Лауреат государственной и молодежной премии. Дипломант приоритетного национального проекта образования. Этим летом выиграл грант Всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме «Территория смыслов». Ощущение, что у молодого человека будущее распланировано до мельчайших подробностей. Но куда приведут амбиции – вопрос для Ивана все еще сложный. По поводу стать настоящим министром культуры, конечно, думал. И, наверное, одним из логических продолжений моей карьеры в сфере культуры, возможно, можно было простроить такой карьерный путь. Но сейчас я для себя боюсь принимать такое решение. Во-первых, мне нужно пройти вот эту школу, молодежное правительство Чувашской республики, вот, посмотреть, как все это изнутри работает, и понять для себя, а готов ли я быть вот настолько... занимать такой высокий пост. Первым делом, вступив в свою должность, Иван Сидоров занялся созданием Ассоциации молодых специалистов отрасли культуры. И уже 12 ноября состоится презентация этого молодежного культурного сообщества. Анастасия Алексеева, Игорь Зверев, Республика.